Каждый год традиционно в День защитника Отечества в Сквер Победы приходят ветераны, воины, интернационалисты и простые горожане, чтобы возложить цветы к вечному огню и почтить память земляков, отдавших свою жизнь, защищая Родину. Как отметил исполняющий обязанности главы администрации Эльдар Валидов, этот праздник – одна из важных дат в нашем календаре. День защитника Отечества – один из важнейших праздников в календаре России. Защита Родины всегда была и есть благородным делом, делом настоящих мужчин. Пришедшие почтили минутой молчания боевых товарищей, чей героизм и подвиг во имя Отечества нельзя забывать. И как всегда в этот день монумент Вечного Огня весь усыпан ярко-красными гвоздиками, ставшими символом военной победы. Марина Медвинская, Роберт Сабиров, информационная программа «Ежедневник».